Так, друзі, ну що, доброго ранку. У нас сьогодні третій гість у нас в студії – Анастасія Жарка, лікар-косметолог, дерматолог. Ну і доброго ранку. Доброго ранку. Добре утро. Так, ну будемо говорити про акне. Да. Боротьба з акне. Що взагалі таке акне? Акне – це, прежде всего, заболевание хроническое, которое возникает вследствие того, что сальная железа начинает вырабатывать много секрета, себума, жира, вот то, что вы можете видеть на лице. И вследствие разных причин это возникает, но прежде всего это из-за того, что закупоривается сальная железа и наслаивается инфекция. Ага. Я навіть... Що робити для того, щоб цього уникати? Ну, прежде всего, нужно выяснить причину, почему это возникает. Причин самая основная причина – это внутренняя, эндогенная, когда вырабатывается много гормонов, и эти гормоны… Это как в чоловіків, так и в жінок. Да, андрогены есть. И самый основной гормон, который влияет на секрецию сальной железы – это тестостерон и его производные. Угу. Поэтому мы обязательно в обследовании пациента назначаем эти гормоны для того, чтобы понять, в норме они или не в норме, и как они влияют на работу сальной железы, и в этом ли есть причина заболевания. А если в норме, то звідки шукати причину? Тогда есть еще варианты, которые возможны. То есть второй этап, который мы назначаем в обследовании, это обследование желудочно-кишечного тракта. То есть я направляю к смежным специалистам обязательно. То есть это заболевание, то, которое мы лечим в комплексе. Дерматологи, гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи. И вот гастроэнтеролог уже совместно в комбинации с этим доктором мы назначаем обследование там, УЗИ печени, желчного пузыря. Обязательно обследование на гастрит, язву и другие нарушения желудочно-кишечного тракта работы. Потому что это тоже влияет на внутреннюю микрофлору. И потом все у нас проявляется на лице. Еще мы страждаем постоянно на эту проблему, потому что у нас сейчас пандемия. И много кто, в принципе, носит... Не багато хто, кожен із нас носить маски, які і спричиняють, я так розумію, цю проблему також. Обострення. Тобто, в принципі, у чоловіка може бути предрасположеність к этому заболеванню. Тобто, це можуть бути вот генетичні моменти у кого-то, у родителей, у папи, у мами. Була гіперпродукція теж сальних желез. И это один момент. А второй момент, можно вылечить акне, а на фоне уже ношения маски может быть обострение, потому что маска – это как еще один фактор риска, вследствие чего может возникнуть акне или рецидивировать, потому что акне – это хроническое заболевание. И очень важно, когда, допустим, пациент вылечил акне, то есть вошла в ремиссию кожа, все хорошо, то есть прежде всего нужно поддерживать домашний уход должен быть хороший. Посещать процедуры. У всех эта периодичность своя, то есть это может быть либо раз в месяц, либо раз в полгода, но должно быть глубокое очищение кожи. И второе, конечно, вот эти маски, они могут провоцировать вследствие того, что кожа закрыта маской, в ней формируется определенная... Климат, да, то есть теплый, нет циркуляции воздуха нормального. Получается парниковый эффект, и на фоне этого уже микроорганизмы начинают размножаться интенсивнее. Але ми ж не можемо зараз відмовитись від масочок. Можливо, їх частіше міняти? Обязательно, обязательно. То есть маску рекомендуется менять там, раз где-то в 2-3 часа однозначно. Все равно делать какие-то перерывы, то есть, чтобы не носить ее по возможности. И то, что еще вот маска и плюс макияж у девушек, это очень большое зло, потому что макияж плотный, хочется всегда замазать эти воспаления, эту красноту плотненько, так под толще слоем. Но при этом, если мы замазали, мы должны очень тщательно все смыть, очистить кожу, потом обработать ее лосьоном специально для того, чтобы микробы эти не размножались у нас на коже. Ну и, конечно же, потом закрыть кремом, который тоже будет и защищать, и восстанавливать кожу нашу. А акне все-таки, треба его подсушивать засобами, чи все-таки это зволожение? Хочется просто розуміти...
в зависимости от того, может быть, вот говорят, что кожа проблемная может быть только жирная. Да. Нет. Сухая тоже бывает. Сухая тоже может быть проблемной. И в зависимости от того, какая кожа, либо она жирная, либо она сухая, тогда мы либо подсушиваем, если она жирная, если она сухая, мы должны все отшелушить, убрать мертвые клетки и потом ее увлажнять. Тогда будет хороший результат, будет лечение и будет здорова кожа. Ну, а в цьому випадку краще все ж таки користуватися косметичними засобами, чи можливо є якісь народні методи, там тією ж ромашкою протирати лице? Воно якось допоможе взагалі, має сенс? Ну, я как бы больше приближена к тому, что все-таки это должны быть косметические, не просто косметические, а косметические лечебные. Эта косметика называется космоцевтика, лечебная косметика. Ага, да. Ее, ну, она продается в аптеках, но это минимум то, что вот нужно сделать, пойти в аптеку и купить ту косметику, которая будет с лечебным эффектом. И, конечно же, у дерматологов, у косметологов она тоже продается. Там активные компоненты, компоненты, которые влияют на работу сальной железы, тот же самый ретинол, например, те же самые ахокислоты, они будут препятствовать появлению микроорганизмов, размножению микроорганизмов и будут контролировать работу сальной железы, чтобы она вырабатывала нормальное количество себума. Але є ж певний ризик від такої косметики, вона може давати алергію. Алергія може бути, безусловно, на любую косметику, і навіть на ромашку може бути. Поэтому, прежде всего, ну, ее вам должен подобрать доктор. То есть, ну, подойти, пойти на консультацию к косметологу, дерматологу, чтобы вам подобрали правильно уход. Если, ну, я всегда говорю, вот, когда назначаю первый раз косметику девочкам, всегда говорю, там, предупреждаю, какие-то компоненты есть активные, и на них можем, кожа может быть краснеть. Но это не значит, что это аллергия. Это значит, что она активная, что клетка восприняла эту косметику, и что она должна привыкнуть. То есть я назначаю по определенной схеме эту косметику мы начинаем вводить в уход домашний, в кожу. И таким образом кожа привыкает и хорошо работает. Если же начинается помимо там покраснения, еще какие-то там зуд, отек, еще что-то, конечно же, безусловно, мы отменяем эту косметику и назначаем какую-то другую. Ну, тоже, чтобы она была, конечно же, лечебная. Мы не забываем, что у нас пандемия. Так и забудешь. И хочется запитати, от ви як лікар-дерматолог, за цей період часу, коли от всі хворіють на коронавірус, можливо, є і в вашій сфері хвороби, які постійно не відступають і теж можна назвати пандемією, тому що дерматологія – це важливий компонент нашего жизни, потому что шкура – это открытый простор для всего. Да, ну, прежде всего, я как дерматолог и больше работаю по акне. Так. То есть у меня сейчас действительно очень много пациентов, которые приходят именно с запросом на то, что акне обострилось или, в принципе, появилось. Допустим, вот не было до сентября там, прошлого года, начали опять наносить маски, упал иммунитет и появилось акне. И таким образом, конечно, приходится очень много работать сейчас с девочками для лечения акне. Они, конечно, молодцы, потому что нужно очень много рекомендаций соблюдать, например, таких как диета, особенно исключение сладкого. Это очень сложно для всех. Что вы так за те солодки вчепились? Ну вот, понимаете? Гормон счастья, это гормон счастья. Да, счастье, безусловно, ну и несчастье для акне в том числе. Але короткостроковый, так, гормон? Да. Так, хочеться, знаєте, що ще запитати? Колись, от чесно, зараз я не буду казати, що це 100% інформація, я колись почув просто таку думку, що проблеми зі шкірою, їх методи лікування можуть спровокувати в цілому алергію в всьому організмі. Це так чи ні? Ні, такого не може бути. Какие-то, возможно, причины, какие-то факторы, но может все наслаивается. То же самое вот стресс, ну, казалось бы, что такое стресс? Ну, то есть это общее какое-то там, вот у меня сейчас стресс. Чего? То есть, ну, что такое там? Маленькая, казалось бы, незначительная, но это может повлиять не только на наш организм, но и на нашу кожу. У меня сейчас тоже много, ну, есть девочки, которые там экзамены, сессия, стресс, и они у меня вылечили уже практически, уже кожа была чистая, они приходят с новыми воспалениями, новое обострение. То есть вот это вот все, оно, казалось бы, такие мельчайшие детальки, но это все влияет на кожу. И тот же самый домашний уход, там, пришел с работы, очень сильно устал, косметику не хочется смывать, скорее хочется лечь спать, но это
нельзя делать. Это как зубы почистить. То есть мы почистили, зубы чистим утром и вечером. Так. Умываться нужно утром и вечером. Я всегда так рассказываю своим пациентам, что это должно быть регулярно, утром и вечером ухаживать за своей кожей. Mm-hmm. Тогда она будет вам благодарна, она будет чистенькая, хорошенькая, увлажненная и будет сиять. Mm-hmm. Так. Класно, треба піклуватися. Я замотивований, щоб миватися і зранку, і ввечері. А ти це робиш, напевно, тричі, тому що ти після ефіру ще й змиваєш косметику. Ну, ви коли... Много, ну, кстати, вот, да, грим обязательно нужно смывать, но часто также нельзя умываться, потому что, ну, утром и вечером, ну, может быть, там, если вот сильно такой грим, чтобы смыть всю тяжесть этой косметики, нанести что-то легенькое, чтобы кожа дышала. Потому что, когда мы умываемся тоже слишком много, мы также делаем кожу вредно. То есть мы смываем защитный слой кожи, ага. тот же жирочек, который у нас есть, вырабатывается в нашем лице. Это не только там размножение для микроорганизмов, если в больших количествах, а в малых количествах это защита для нашей кожи от их же, от этих же микроорганизмов. То есть обязательно нельзя пересушивать кожу, вот то, что как бы, в сухой коже тоже могут быть воспаления. Должно быть все в балансе. А можно еще одно таке коротеньке запитання? От ми говоримо завжди, що нам організму всім потрібен вітамін D. А пряме сонечко, засмага, це теж впливає на утворення там акне чи будь-яких проблем зі шкірою обличчя? В умеренных количествах это полезно для кожи, то есть ультрафиолет убивает микроорганизмы. Угу. Однозначно, да. Но если мы говорим о том, что это злоупотребление ультрафиолетом, в таком случае кожа, наоборот, пересушивается. У нее сначала вроде как уменьшается работа сальной железы, но потом компенсаторно опять увеличивается, и, соответственно, это уже вредно. Так. Ну, давайте тоді, якщо вже в нас пішли такі питання, бо Алла, я знаю, любить засмагати, вона взагалі сонечко любить. Дуже. Ви коли говорили про макіяж, я вже думаю, посижу та помовчу, не буду казати, що я теж користуюся макіяжем. Ну, треба так. І от у мене найголовніше питання. Я після ефіру змиваю його потрібними засобами, а потім наношу зволожуючий крем. Я правильно роблю? Чи... Да, все верно. Угу. Ну, ви умиваєтесь, смиваєте там міцеллярною водою, яку, прежде всего, теж нужно смыть. Так. То есть ее нельзя оставлять на лице. Это должно быть потом очищающее молочко, гель, ну, там, пенка, что угодно. Потом обязательно кожу нужно подготовить тоником. То есть выровнять pH кожи или немножечко даже подкислить кожу после очищения. И потом наносить увлажняющий крем. Все верно. Если вы идете на улицу, сейчас активное солнце, обязательно должен быть крем с SPF-защитой. То есть это не может... С минимальной защитой. Ну, хотя бы минимально, если, допустим, пациент не склонен к пигментации. Тогда достаточно в наших широтах там, 20-30 достаточно. Если мы говорим там, о каких-то жарких странах, тогда, конечно, минимум 50. Настя, ми вам дуже вдячні. Нам приємно було з вами познайомитися, поговорити про шкіру. Друзі, не забувайте піклуватися про шкіру. Так, шановні, у нас зараз важлива інформація. Сьогодні у нашому бадьорому ранковому ефірі ми навчилися правильно дихати. Дивіться. Що ж робити далі, ви побачите на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. А я нагадаю, що там є дзвіночок, який варто обов'язково натиснути, тому що він буде сповіщати вам, що з'явилося вже новеньке цікавеньке відео.